Ребята, всем привет, меня зовут Фласочка, и сегодня мы со Скретчиком будем играть на новой карте, которая только что вышла. Твой ник только что на пол моего лица был, спасибо. Я случайно, всем привет. Так вот, мы будем играть на новой карте, которая вот-вот только что вышла. Ну, на самом деле, к ней был ранний доступ. Но это не важно. Итак, что у нас на новой карте? Вы только посмотрите, в каком красивом стиле она оформлена. Все в сакуре. Сюда иди, это мы. Это вы со Скретчиком, вы гляньте. Это миленькая маленькая Флекс. А это Скретчик. Ты типа открываешь большую кока-колу? Да. А, не, у тебя зеленые штаны и красные ботинки. Красота. Прям как в оригинале. Кстати, да. Благодаря вот этим вот наколенникам выглядит прям как в оригинале. Выглядит хайпово. Мне нравится. Также у нас тут есть Раймик, который сидит с Руней и с Акакием. Почему они втроем? Непонятно. Если вдруг вы начали после этого их шиперить, напишите в комментарии. Вот, ну, на всякий случай уточняю. Погоди, что это такое? Телевизор. Только меня тут не видно. Зато я... Смотри, ты посмотри, я в центре! Ладно, все, хорошо, я хочу уже быстрее начать угадывать ютуберов. Погоди, я хочу отдать дань уважения. Авторы карты, здравствуй, Мизу Ворлд и Мири Клайд. Извините, если неправильно прочитала. Пойдем дальше. Пойдем, так, вот, сменить тему, смотри, можно цвет команд выбрать. Это что, под нас, что ли? Реально, как будто под нас. То есть тут ты, а тут я. Зачем они так сделали? Мы же теперь с тобой не подеремся, мол, ха-ха, иди там туда, я хочу тут. Подеремся, давай, я тут. Погоди, это градусик в бассейне, да смотри, какая милая зайка в бассейне плескается, а чё он один, чё он, а почему он не с Раймом? Не канон, авторы, не канон. Все, я белый. Нет, мне не нравится. Белое, черное, а это под кого? Да, мне кажется, это просто темы, все, давай, ставь вот это идеально подходит. Давай, Скретч, все, начинаем, выбери режим. Ты посмотри, как анимировано, тут есть, угадай блок, угадай персонажа, угадай костюм, офигенно звучит, логотип, предмет, жителя, эмодзи, животное, еду, ютубера, моба, а также монстра, а еще объединить режимы можно, Скретч, офигеть, я левитирую. Ага, ребят, поставьте лайк и напишите в комментариях, что нам еще снять. Ждем ваши комментарии, ну а мы пока что пойдем угадывать ютубера. A few moments later. Че за обман, я тут в углу, почему не по центру, почему по центру Никита Берг и Домер? Я хочу быть в центре! У нас разное расположение голов, походу, потому что у меня в центре Зимон и какой-то снеговик. Кого бы выбрать так? Ага, ага. На самом деле у меня есть гениальнейший вариант. Сюда добавили наконец-то Феликса, правда у него повязка не его. Кто тут еще есть, кого не было до этого? Вот ты постоянно плакал, мол, тебя нету, и вот тебя добавили, а кого еще не было и кто теперь есть? Да я уже, кстати, выбрал голову, я, если честно, часть ребят не знаю. Я вот смотрю вот на вот этого персонажа, и мне кажется, это какой-то западный ютубер, либо кто это вообще? А в сундуке все подписаны. Окей, давай посмотрим. Меня интересует человек Ники Райт, это кто? Ты знаешь ее или его? Это и она, наверное. Не знаю. А это что, Пугоды? Ой, то. Я тоже, вот ты называешь, я не знаю, кого ты называешь. И еще какой-то дядя, если это кто? Погоди, в очках, мне дико интересно просто, ну ты прикинь. Тут столько всего нового, это у нас Альцест. Кто эти люди, я не знаю. Ну все, я голову выбрал, я думаю, ты ни за что не угадаешь, кто это. Тут у меня еще вся комната оранжевая, прям в моих цветах, мне прям нравится. А у меня все голубенькое. О, я тебя вижу. Где? Через стенку. Где? Вот и глупенькая. А, потому что ты ломаешь. Ну давай, задавай вопрос. Так, Скретчик, с чего бы начать? Давай начнем с самого очевидного. У твоего персонажа есть очки? Ну это очками нельзя назвать. Наверное. Не, очков нету. Хорошо, значит я ломаю вот этого молодого. Офигеть, быстро ломается. Погоди, скорость копания. Давай-ка один поставлю, что слишком быстро. Мало ли я так случайно кого-то сломаю. Значит, ломаю флэджики. Блин, теперь слишком долго. Погоди, два. О, вот теперь побыстрее. Демастер, не лололошечка, не градус и не... Блин, я не помню, как звать этого дядя. Еще погоди, погоди. Это дядя в маске плавательной. Он у нас... Неркин. Наверное, да. Ломаю его. И походу все. А нет, еще какой-то дядя, которого я назвала, которого я не знаю. Ну, вроде бы все. Я всех сломаль. Скретчи, отдаю тебе. Короче, смотри, вопрос у меня такой. Есть ли у твоего персонажа головной убор? Да. Очки ж не считаются головным убором? Не, погоди, головной убор это то, что именно сверху на голове. Да. Ну, либо там сзади чуть-чуть торчит. Очки не головной... Давай... Если это
именно на голове, не на глазах, то это головной убор. Окей, все. А что я сказала? Что нету? Стоп! Нету головного убора! Я не помню, что ты спросил. Так ты скажи, есть головной убор? Есть! А, фу, все, так, ломаем. А вот это Ники Райт. У нее это головной убор, вот эти вот по бокам. Я не знаю, что это. Если это уши, тогда не головной. Если это. Я не знаю, что это. Может быть, это какие-то заколки, тогда. Но это не головной убор, это заколки. А вот у Феликса повязочка. Это головной убор? Конечно. А рога у тебя головной убор? Нет, это часть моего тела. Тогда тебя ломаем. Не ломай Влазочку, не ломай. Погоди, ты меня что ли загадал опять? Ничего ты взяла. Так, у Никиты Берга маска, это не головной убор. У Руни головной убор, правильно? Погоди, я Рунечку не вижу. Где эта женщина сладенькая? Маска, это же головной убор, нет? Так. А наушники у Компота это головной убор? Ну да, они же на голове. Я понял твою логику и начинаю. Ну блин, трэш, ребята, он выигрывает. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ваши лайки помогут мне выиграть. Ни в коем случае не байчу. Просто прошу поставить лайк, потому что это действительно мне поможет. Скретч, подтверди. Да, именно так. У Райма нет, у Неркина это головной убор, будем считать. Ну блин, ну ты капец, 20 голов уже. Еще меньше сейчас будет. Ну давай что-нибудь интересненькое придумаем. Опять же, с усами. У твоего персонажа есть усы? Усы нету. Ага, значит, ломаю я. Паф, я не знаю, баф, как его? Будь тебе пава. А, мистер Баф, это баф был. Так, ломаю усы, ломаю, значит, это кто, это пятерка, что ли? Фиксплей я убираю, фикса я убираю, у него тоже есть растительность. Также я убираю, Аида убираю. Ну, походу, все, да? А нет. Самый главный персонаж, это... Че, мистер Бист? Он снимает Майнкрафт? Да. Не знала, буду знать. Окей, его тоже я убрала и, блин, у меня 31, у тебя 17. Давай что-нибудь такое, ну, лайтовенькое. Я очень хочу про очки тебе вопрос задать. Не надо про очки, про что-нибудь другое спрашивай. А у тебя много очкастых, да? Не трогай очкарика! Ну, блин, у тебя 17, у меня 31. Давай это подольше раунд у нас будет. Ладно, у твоего персонажа есть наушники? Нет. Ломаю ложку, Раменского ломаю, Компот ломаю. Так, Евгена вроде как ломаю. Ты вот все про головные уборы. Да все, даю, на. Хорошо, теперь. У твоего персонажа темные глаза? Ну, я имею в виду там черные, либо коричневые, либо же есть они какие-нибудь голубые, оранжевые, не знаю, какие тут еще есть, фиолетовые. Хотя, погоди, ну фиолетовые, смотря какие. А можно вопрос другой? Не понял. Слушай, ты что, меня загадал, что ли? Нет. Ладно, у твоего персонажа есть рога? Нет. В смысле? Не понял. Что, рели нету? Нету. Ладно, я ломаю себя, и я вопрос профукала. В смысле, почему ты сказал не спрашивать? Вы видали, он меня развел, я думала, это я. У многих, у некоторых персонажей непонятно, какие глаза, или их вообще не видно. Ну смотри, вот допустим, вот девочка вот эта вот, у которой то ли уши, то ли непонятно что, вот у нее глаза красные, но это же светлый. А вот коричневый, вот допустим, у Феликса темные глаза, у Евгена... Наверное, это Евген, не знаю. У него темные глаза. У Кабана темные. У Компота темные. У Домера темные. Ты когда отгадаешь и моего персонажа, ты сразу поймешь. Чтоб спросить. Что-нибудь такое, знаешь, чисто минус одну голову сделать и все. Видно ли у твоего персонажа рот? У моего персонажа? Нет, не видно. Не видно, это значит, вот этого ломаю. А вот кабан стоит, у него рта не видно же, да? Ну, по логике, да, не видно. Погоди, а ты кого, ты кабана сломал? Да. А ты сказал, видно или не видно? А видно рот? Я говорю, не видно, и ты ломаешь кабана, у которого не видно. Ну, все правильно. Ты неправильно ломаешь. Подожди, то есть я должен ломать тех, у кого видно рот? Ну, по логике, да, ты что, дурачок, ты же спрашиваешь. Ну я ж так и ломал, да я так и ломал. А куда ты, погоди, у кого видно? Почему ты сломал тогда кабана, если у него не видно рот? Случайно, вот у Эдисона видно рот, я его ломаю. Угу. У Доброго видно рот, ломаю. У Неркина видно рот, ломаю. У Демастера видно рот, ломаю. Ну блин, у тебя 7, у меня 30. Все, ва-банк идем, ребята. Это женщина либо мужчина? Женщина. Понятно, все, короче, ставлю. X3 поперли. Бамс, бамс, бамс. Не сразу за один раунд всех почти снесла. И что ты говоришь мне? А я потому что не хотела ультовать, но решила ультануть, потому что у тебя 7. Куда остались все девки? 4 девки, давай, скретчи, поперла. Капец. Так, ладно. Уравняли шансы, ребята. Это все ваши лайки помогли мне. Спасибо большое. Твой персонаж в маске? Давай другой вопрос.
Нет, давай этот вопрос, давай! Давай! Дал маски. Хорошо! Так, ну коровью маску ты вряд ли бы загадала. Ну ладно, пока ломать не буду. Так, вот так, вот так. Либо Домер, либо Руня, либо Мистер Корова. Ну слушай, так-то много вариантов. А можно по... Ну, блин, ладно. Давай, если мы сломали голову, нельзя пытаться угадать. Не, ну вы видали, правило сидит, придумывает. Нет, я наоборот. Я мог сейчас сказать, давай я скажу, что это вот я это. Я знаю, что спросить. Я дружу с этой девочкой? А, да. Это Руня. Да. Ты что, серьезно? Это слишком изи было. Я просто смотрю, Вика Картер, Юни и какая-то девочка, которую я не знаю. Я такая, ну... Можно просто отсеять. Ты тоже Руни загадала? Нет. Домера? Да. Серьезно? Ну да, Домера. Зачем Руню? Ты бы смог отсеять всех. Типа, девочка, мальчик, поэтому я не загадывала девочку. Ну вот видишь, еще что-то выпендрилась. Победила по итогу. Все, что, рестарт игры? Я выиграл! Я выиграл! Ребята, я выиграл! Итак, давай что-нибудь по-быстренькому сейчас с тобой это сварганим. Угадай ютубером. Поперла. Я выбираю голову. Кого бы выбрать? Кого бы выбрать? А я выбрал. Уже? Давай, я тоже. Опять я первая? А давай наоборот. Давай ты первый. Хорошо, у твоего персонажа. А значит, что тебе спросить? Просто любой мой вопрос может тебя просто сломать. Ладно, рискнем. Но у твоего персонажа цветные глаза. Ой, разноцветные глаза. Нет. Нет? Ты думал, я себя загадал? У кого еще разноцветные? У тебя и у меня у все. У меня, у тебя, у Никиты Берга. Погоди, в смысле? Дай найду Никиту Берга. Какие-то разные. А, да, слышь, он входит в наш клуб. Кстати, я никогда не замечала, но сейчас заметила. У нас с тобой одинаковые скины в плане глаз. Ага, только я всего три головы сломал. Давай, задавай вопрос. Так, дай-ка я подумаю. Я знаю этого человека. Ну, в плане именно в реальной жизни. Поехали, X3, ребята, значит, ломаем Неркина, Плэдзикея, вот этого мальчика, этого не ломаем, этого ломаем, это не ломаем. Я не знаю утенка в реальности, значит, ломаем, пятерку ломаем, компота ломаем, девочку ломаем, лулошка ломаем, Фиксай ломаем, Акаки не ломаем, Демастера не ломаем, Вигу Картер ломаем, этого ломаем, тебя не ломаем, не ломаем Аида, Тумку не ломаем, ломаем свинюшечку, ломаем. Руничку в реале я не видела. Ломаем. Райма. Нет, Райма видела. Ломаем. Градуса. Вашу загаданную тему сломали. Погоди, а кого я сейчас сломала? Ну, Фласк, ты проиграла. Кого ты загадал? Зимона. Это был Зимон, а я даже не знала его скин. Блин, это был... А где Зимон? Как он выглядит? Понятно. Вот загадал только слово. Но Фласка это... Тю-тю, проиграла. Погоди, а где он? Как он выглядит? Да погоди, как выглядит Зимон? Я хочу посмотреть, где он. А, это Зимон. У него такой скин непримечательный. Открой инвентарь. У тебя там мозг есть. О, слышь, Рили мозг. Прикольная отсылка. Ну давай попробуй ты отгадать, давай. А, так, ладно, давай рычаг уберу. Я отгадать? Это девочка. Нет. Ну тут такая трибучка на голове, я не знаю. Ну вообще нет, не девочка. Ага, так, ладно. Ломай всех девочек, давай попытайся отгадать. Хорошо. Ты снимала хоть раз видосы с этим человеком? Снимала. Этого ломаем, флэг GK ломаем. Ну все, попер всех ломать. Только ты аккуратно, не сломай, как я, как было с Зимоном. Хорошо, ломаем. Блин, ну ты тоже выбрал Зимона, ну пипец сложно. Ну блин, я его... Ну у него скин такой, знаешь, ну невзрачный. Я даже забыла, что это он. Я смотрю, типа, кто это? Вот Зимона я ломаю, потому что ты не знаешь его скин, я ломаю, потому что сразу отсеку этот вариант. Так, остались Демастер. А с Юни ты снимала? Снимала. Давным-давно, когда нам было 8 лет. А, ты же с ней снимала. Я понял кого-то. Ты загадала Феликса. Почему? Все, потому что ты проговорилась про атрибутику. Все, я оставила одну голову. Ну, блин, у него на голове, смотри, у него на голове какая-то, я не знаю, цветочки. А у него не цветочки на голове. Потому что у него скин из отсылки к Барби сейчас стоит. А, в смысле? Это его нынешний скин? Ну, да. А давай тоже отсылку на Барби сделаем? Куда? Ребята, если вы хотите отсылку на Барби, скажите, я буду в платье, и Скретч тоже будет в платье. Скретч, согласен? Согласен? Да. Смотрите, если вы наберете 100 тысяч лайков, Скретч будет бегать в платье. В реальной жизни, ага. Ага, в реальной жизни. Нет, в Майнкрафте на целую неделю он будет в скине Барби бегать. А нет, давай тогда поменьше, если на неделю, то это мало. Сколько лайков надо? 7777. 7777 лайков будет? Тогда Скретчик будет гонять целую неделю в розовом платье. Вот только напишите мне, пожалуйста, когда будет 7000, ибо 7000 может... Может,
только через год стукнуть. Ну все, поперли в лобби, скретчи. А если вы хотите, чтобы я поменял скин, мне напишите в комментариях. Поменять, а если да, то что? Платьице на себя напялить, либо же, не знаю, футболочку перекрасить, а может быть, не знаю, штанишки, вместо штанишек юбочку. Вот, напишите свои пожелания в комментариях. Ну а я на этом со скретчиком будем с вами прощаться. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Еще раз спасибо авторам за эту прекрасную карту. Давай, твой выход, Скретч, попер. Ну а с вами были Флосочка и Скретч. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Да не бейся.